В Одинцовском округе отметили самый почитаемый православный праздник – Пасху Христову. Торжественное богослужение в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации объединило под сводами собора верующих военнослужащих, гражданский персонал и прихожан. Крестный ход возглавил митрополит Каширский, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси Феогност. Это уже третья пасхальная служба с момента возведения храма. Но сейчас, в это непростое для России время, вера должна быть особенно крепкой, подчеркнул ключарь храма отец Александр. Сейчас, когда идет война добра и зла, прежде всего в душе каждого человека, я не говорю, что происходит на земном шаре, а именно в душе каждого человека. Если человек живет с Богом, то зло обязательно будет побеждено. В Георгиевский храм в Одинцове на службу также пришли целыми семьями. Многие прихожане приехали из других городов. По случаю Светлой Пасхи сюда привезли благодатный огонь, который сошел в Иерусалиме. Сегодня особенно радостно, что этот святой огонь присутствует и в нашем соборе, на нашем богослужении. И все верующие и молящиеся люди могут прийти и взять его и принести в свои дома. Христос воскрес! Пасхальную ночь службы в храмах округа посетили почти 30 тысяч человек. Для удобства верующих был изменен график движения общественного транспорта. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».